Известия со ссылкой на Верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньера сообщают, что украинский Минкульт в сотрудничестве с организацией готовит поправки к закону о государственном языке страны. Речь идет о поправках, которые должны определить роль русского языка для украинского населения. Заньер считает, что власти Украины пошли на очень радикальный шаг, полностью исключив для людей возможность использования русского языка, что является дискриминацией. Верховный комиссар также отметил, что подобные законы обычно работают при помощи системы стимулов и поощрений, а не наказаний. Отмечается, что киевские власти принимали решения без каких-либо обсуждений и консультаций с национальными меньшинствами. Напомним, 15 мая этого года, еще будучи украинским президентом, Петр Порошенко подписал закон о государственном языке. Так, украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни граждан без исключения в качестве основного. Российский МИД выступил против принятия соответствующего закона, поскольку властями предусматривалось исключение для некоторых языков – английского и других языков Евросоюза. Под полный запрет вплоть до наказаний попал русский язык, который для большинства населения является родным или основным.